День матери – один из самых значимых праздников в России. 25 ноября юные таланты, воспитанники детского дома творчества подготовили концертную программу любимым мамам, которые дети готовились с любовью и трепетом. Ежегодно мы готовимся к этому мероприятию. И детки показывают все свои умения и знания в этом мероприятии. И отдают всю частичку сердца и души. По мнению организаторов, такие мероприятия очень важны для детей. Они помогают проявить любовь к своей маме через творчество, а также раскрыть в себе новые таланты. Поздравить с Международным днем матери изъявили желание и почетные гости. Заместитель начальника управления образования Каспийска Радмила Гаджиева и представитель отдела просвещения муфтията Асият Исмаилова. Мама – это самый главный человек в нашей жизни. Это единственный человек, который даже несмотря на наши ошибки всегда остается с нами рядом. Поэтому наша задача – беречь наших мам. Концертная программа была насыщена яркими выступлениями. Трогательная песня «Наша мама» от объединения «Радуга звуков» не оставила никого равнодушным. После чего гости с искренними эмоциями наблюдали за музыкальными подарками – танец цветов и театральный номер «Пчелки». Стоит отметить, что не остался без внимания и юный мальчишка, воспитанник Дома творчества, который посвятил стихотворение всем мамам на английском языке. Завершилось мероприятие теплыми пожеланиями в адрес самых родных людей, женщин, которые подарили этому миру новую жизнь. Мама, ты самая добрая, расти хорошей, ты самая лучшая мама на свете. Мама, я тебя люблю, будь богатой, и пусть у тебя всегда будут хорошие дни. Я желаю своей маме, чтобы она никогда не болела, была здоровой, и у нее было все хорошо в жизни. Мама, ты моя самая любимая. Я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы ты всегда была красивая и здоровая. Я желаю маме счастья и радости, чтобы она всегда была богатой. Я желаю, чтобы она была хорошей всегда, чтобы она оставалась такой, какая она и есть, красивая.